Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Пока россияне отмечали 8 марта, Анастасии Волочковой в этот день было не до улыбок. Пока звезды шоу-бизнеса делились в соцсетях снимками букетов и подарков, балерина всея Руси опубликовала на своей странице в Инстаграме новый пост, который заставил волноваться поклонников за самочувствие кумира. На свежей фотографии Анастасия запечатлена без макияжа и с заплаканными глазами. В подписи к снимку она откровенно призналась, что ее 8 марта прошло не с улыбкой на лице, а со слезами на глазах. Как оказалось, Волочкова звонила своему отцу, который после перенесенного инсульта уже 13 лет не может разговаривать. Вот раздавленная страшным недугом своего близкого человека артистка и не смогла сдержать эмоций. «Я такая страшная без косметики и после слез», — призналась балерина. В этот непростой момент ее поддержала некая близкая подруга Светлана, которая работает в спа-отеле. Женщина, по словам балерины, появилась в ее доме, когда ей так тяжело было на сердце, и смогла поднять страдающее Волочковой настроение. Многих поклонников скандально известной танцовщицы удивил тот факт, что в этот день она осталась без поддержки и внимания нового возлюбленного, которым она так активно хвасталась в соцсетях последние дни. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.